Друзья, всем привет! Что же, это новый видос на нашем канале. Как вы уже поняли в названии видео, то что я перебираюсь из общежития в дом, где я буду жить со своей семьей. Что ж, сейчас вам покажу непосредственно саму территорию, потом уже непосредственно зайдем в сам дом. То есть, как бы здесь у нас вход. Вот машинка стоит. Вот. Ворота, понятное дело, старые. Это все менять. Надо будет. Вот то, что. Ну, надо будет перестроить. Вот. Дальше идет вот такая вот территория, вся в крапиве. Территория довольно-таки так большая. Здесь можно будет сделать что-нибудь хорошее, приятное. Вот. Но это, наверное, пока не сейчас. Пес, иди, пожалуйста, к себе домой. Я понимаю, что ты здесь раньше жил, но ты такой классный. Можешь оставить? Да, да. Вот. Вот часть дома, точнее не весь дом, а одна вторая дома, это наш. Здесь пока такой срач, здесь все в плиточке, здесь, кстати, навес довольно-таки так хороший, вот, вот не течет. Дальше у нас тут пень от тополя, надо будет тоже убирать. Березку, может быть, оставим, я пока не знаю. Это все убирать, убирать, убирать. Есть сарайка, есть. Летний домик, так скажем. Два туалета, этому капец. Вольерчик. Вот, ну туда мы сейчас с вами еще попозже пройдемся. Вход в дом, верандочка, которую нафиг сносить. Опа. Ну а дальше начинается самое интересное. Опа. Скажу так, здесь раньше жили квартиранты. Данный срач оставили не они. Это я уже что-то часть разобрал. Но дом как был вот в том состоянии, я его так и оставил. Так что вот это вот доски, это уже я положил, потому что я начинал здесь разбирать вот эту вот часть стены. В таком состоянии кухня. Как бы довольно-таки так весело здесь будет. Такой потолок классный. Котел старый, который работает, но коптит. Как котел надо будет менять. В общем, вот такая маленькая кухонька. Выходим дальше. Тут у нас как бы вот такой коридорчик. Сюда кухня, сюда, можно сказать, зал. Вот в таком тоже прекрасном состоянии. Вот потолок тут тоже с налепленными вот этими квадратиками, которые тоже надо будет убирать. Тем не менее, здесь хорошие стоят батареи отопления. То есть в доме довольно-таки так тепло. Ну, не на данный момент, потому что я его проветриваю. Обои тут у нас как бы, да. Самое главное, что есть туалетная бумага. Также большой плюс то, что пластиковые окна. Вот, большое окно. А здесь вот такая у нас, ух, каминная зона. Да, обои, естественно, полностью менять, двери выкидывать. В общем, довольно-таки так ремонта будет тут прилично, здорово. Заходим дальше во вторую комнату зала. Это, так скажем, детская, так ее назовем. Где есть такие вот панели классные, здоровые. Вот, потолок тут у нас с трещиной. Это, скорее всего, плиты, это нужно будет зашпаклевывать. Вот, обои по периметру классные. Вот. Это все отдирать, естественно, но, как вы понимаете, здесь полный ремонт будет внутри. Диван такой, как бы, ну, я пока не знаю. Даже не смотрел. Не, диван на выкид. Тут пока старая батарея, здесь уже новый радиатор висит. В общем, дом вполне, как бы, классный, хоть и небольшой. 31 квадратный метр, но, тем не менее, есть чем заняться. А что еще могу по этому дому сказать? Спасибо тем людям, кто его нам, можно сказать, отдал. Несмотря на его состояние, как бы, я это все исправлю. Руки у меня, как вы знаете, не из жопы. Пойдемте, я вам покажу, что у нас там еще есть дальше. Тут у нас, как я говорил, есть такой сарайчик, куда я в прошлых сериях перевозил свой инструмент. Как бы пескоструи, диски, сварка, ресивер. Вот как бы здесь пока мой инструмент весь находится. Да, как бы он тоже у нас со щелями, с дыркой в потолке. Что будет дальше с сарайкой, я не скажу, не знаю, ничего не планировал. Но пока это как складское помещение. А, ну, это бывший вольер вот этого пса. Это просто пес. Вот такая калитка классная. Выходи, выходи, выходи. Давай, давай, до свидания.
Это сраля номер один, там сраля номер два. В доме санузла в принципе нету, но я это исправлю. А вот это летний домик, но на данный момент это будка пса. Пес в ней живет. Потому что тут прям... Пес, твое все, да? Твое? Молодец. Твоя хата, я в курсе. Но ты отсюда скоро съедешь. И не смотри на меня так. Так, так что здесь нужна будет тоже колоссальная уборка. Сам вагончик полностью утеплен, он теплый. Но кто-то когда-то вынес окошко. Надо будет окошко тоже ставить. Также здесь есть недоделанная душевая. В общем, есть чем заняться. Поубирать все такие кучери. И будет вполне хорошая, нормальная территория. Ну а дальше, я вам могу сказать, там палисадник. И где-то он там виднеется телега. Это территория тоже наша. Но ничего, руки реально не из жопы. Сделать я смогу. Ну-ка, открывай, открывай. Ой, да ты молодец. Главное, что крыша есть, тепло есть, можно жить. И вполне комфортно. А ремонт как бы сделаю со временем. Потихонечку, поэтапно. И будет здорово. Дело реально дохрена. Как бы, как говорится, тут начать и кончить. В следующем видосе я буду все обдирать, обчищать, вычищать, выкидывать. Буду делать голые стены. Очень много всего будет интересного. Клацайте колокольчики, подписывайтесь на канал. Кому понравился данный видос, обязательно лайкусик и поддержка. Вот, ребята, поддержка мне от вас сейчас тоже нужна. Спасибо моей семье, которая меня также поддерживает. Хоть и, к сожалению, на расстоянии, но поддержка немало важна. Поэтому в комментарии напишите что-нибудь, пожалуйста, хорошего. Можно было с хорошим настроем заниматься ремонтом дома. Вот. Ну а я погнал. Всем до новых встреч. Пока-пока.